На 14% выросла доля услуг, предоставляемых в электронном виде управлением Росреестра по Тверской области. Такова статистика. За 9 месяцев текущего года попутно ведомство успешно решает еще одну задачу – пополнение и уточнение сведений Государственного реестра недвижимости. С января по сентябрь 2020 года в управление Росреестра по Тверской области поступило 73 700 заявлений на предоставление услуг в электронном виде. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда количество электронных заявлений составило порядка 41 500. Если же говорить от общего количества заявлений, которые подаются, да, в управление Росреестра по Тверской области, то доля услуг, предоставляемых в электронном виде, составляет 40%. Всего за январь-сентябрь Тверским Росреестром рассмотрено 188,5 тысяч заявлений. Попутно реализуется еще одна важная задача – наполнение сведений госучета недвижимости. Это подразумевает внесение недостающей информации о кадастровой стоимости, правообладателях, установление связи объектов капитального строительства с земельными участками и прочее. Для удобства все мероприятия разбили на подпроекты. Их вообще подпроектов 9. Каждый подпроект имеет свои сроки. И есть в этой дорожной карте подпроекты, когда мы уже завершить работу должны будем даже до конца 2020 года. А совсем окончательно? Окончательно это стоит задача где-то до 2022 года. Наличие этих сведений в едином государственном реестре недвижимости даст возможность их получения посредством использования публичных ресурсов, например, кадастровой карты, обеспечить защиту прав собственников при совершении сделок, реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов.